В Гастагаевской облагородят территорию детского сада «Березка» и продолжат благоустройство парка. Мэр Анапы Василий Швец посетил социально значимые объекты станицы. В детском саду номер 30 заменили кровлю и окна. Благодаря этому зимой в учреждении было тепло и комфортно. На ближайшей сессии совета планируется выделение средств на благоустройство просторной территории садика. Здесь проведут асфальтирование и укладку тротуарной плитки. Также мэр Анапы поставил задачу ускорить работы по газификации садика. Вносятся последние штрихи благоустройства станичного парка. Демонтированы торговые ролеты, закрывающие обзор общественного пространства. Высажено около 500 деревьев. В планах установка туалета, создание аллеи ремесленников. Я напоминаю, что партнер выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».